Всем привет. Хотите расскажу прикол российских реалий. Значит, у меня в накладной были указаны там томаты и огурцы, да, в штуках, поштучно, там что-то 7 тысяч этого, поштучно. На первой выгрузке все было нормально, на вторую приезжаю, опять жду где-то часа три. Меня там, ну, выгрузили, и ждешь, после выгрузки ждешь часа три, вот так вот, ждешь, пока документы сделают. Я сначала думал, почему так долго, оказалось, что не считают все это поштучно, вот каждый огурчик, каждый помидорчик, они вот это все считают. Вот, и оказалось, что на второй выгрузке у меня там акт недостачи, 26 единиц, 8 огурцов и, так, 18 томатов, короче, не хватает, типа недостача. Ну, я так что-то подписал, он не глядит, что-то, ну, просто я не ожидал такой фишки, ну, не знаю, что там писать, я же не считаю эти огурцы. Оказалось, что на первой выгрузке, на этом диаманте, да, как там, адаманте, стырили 26 у меня, значит, этих самых овощей. Вот это вот, так, с таким я вообще первый раз столкнулся, но в Европе там никто не считает поштучно. Там ты приехал, выгрузил, все, ЦМР-ку тебя отметили, сразу печать и погнал. То есть минимальное время ожидания, а здесь ты ждешь 3 часа. Я не, ну, думал, почему так долго-то. Оказывается, все это считается поштучно. Вот это капец нафиг. Ну, это, я не знаю, это эффективность такая, что минус 100 эффективность. Вот так в России работает. Ладно, я вас хочу просветил немножко. Спасибо за внимание.